как там говорится. И снова в бой. Так, ну что тут у нас? Что-то льется. Дождик. О, красотка. Сейчас стоит. Жду такси. Утро раннее. Мокрое. Что-то капает, что-то не капает, не пойми что. Хочется надеяться, что зубья мои будут сегодня со мной. Рука дрожит. Прям как в той песне. Ветер в харю, а я шпарю. Что мне грусть моя, печаль. Видела Аллу Пугачёву, Горбачёва не встречал. Ой, так у меня с точностью да, наоборот. Ой, никого не встречала. Была у зубного. Ситуация, скажем так, 50 на 50. Один зуб поставили, а второй, увы. Вот сейчас вот на массаж. Массажируюсь. Побегаю по другим делам и обратно к стоматологу. Сегодня, так сказать, мои предчувствия меня не обманули. Да. Похоже, что там на этом импланте резьбу снесло. Когда ела хлеб, оно просто выдрало, и когда уходила вверх, в общем, резьбу порушила. Сейчас не становится ничего. Поэтому, ой, господи, все. В общем, не совсем приятная история, но, во всяком случае, хотя бы 50% выполнено. И это уже как-то радует. Да, а сейчас надо быстренько забрать пальто подкороченное, надеюсь, сделанное мамой. Маме сделанное, это уже я встала. Да, погода дрянь. Что ни говори, но факт. И что делать тогда? С пальто. Если у нее выходные в ближайшие два дня. Нет, меня это не устраивает. Я тогда забираю пальто. К сожалению, у меня нет времени. Она обычно перезванивает, потому телефон. Я все понимаю, сказано 1 числа, сегодня 1 число. Я ссориться не буду, я просто заберу пальто. У меня остается 3 дня, я не успеваю. Нет. Я оставляю вам этот самый. Это ничего, бывает. Двоечка лежит. Спасибо вам. Спасибо за хорошую. Конфетки, бараночки. Словно лебеди, саночки. Ну, зажите сами. Так. Вот и зайдем заодно в параграф. И кофеек.
говорится, в кустах почти что. Красивое местечко. И рядом с домом. Оу. Классно сделали штучки эти. Короче, сил моих дамских больше нет. Пришла домой. Плюхнулась и лежу. У меня еще 1.5 часа до следующего посещения зубного. Поэтому, думаю, я уже убегалась по самой не хочу. Поваляюсь. Вот такая у нас красивая люстра. Дома. Как говорится, и снова бой, покой нам только снится. Да, мама? Опять бегу к зубному. В общем, ползу домой. Зубки мои 50% выполнено, 50% нет. В общем, со вторым зубом там, как говорится, ларчик не так-то просто открывался. Поэтому эпопея продолжается. В общем, так как будем надеяться, что в ближайшие дни все-таки до моего отъезда я успею поставить все. Вот такие вот дела. В общем, все, хватит. Нагулялась я сегодня. По самое не хочу. Вот, и иду домой. Тут мусор, по-моему, раз это сам. Ветром сегодня такой ветер жуткий был. Мусор пораскидала.